Добрый день. Сегодня хочу вам рассказать про печать сертификатов, каким образом это организовать. В программе 1С управления торговлей очень часто возникают такие задачи, что нужно печатать сертификаты для каких-то позиций номенклатуры при отгрузке, либо реестра сертификатов. Вот покажу вам, как это делается. Нужно зайти в продажи, открыть документы продажи все и начать оформлять реализацию, поскольку сертификаты практически всегда из этого документа печатаются. Нажимаем кнопку «Создать», выбираем «Реализация», тут все стандартно, выбираем какого-то клиента, выбираем для него договор и, соответственно, будем по этому договору отгружать для этого клиента телевизоры, со склада телевизоров, соответственно. Соответственно, дальше мы добавляем позицию номенклатуры, пусть это будет телевизор LG. Добавляем новую позицию, и здесь мы для этой позиции в разделе «Регламентированный финансовый учет» указываем, что ведется учет сертификатов номенклатуры. Вот ставим такую галочку. После того, как мы ее поставили, у нас возникает ссылка, которая называется «Список». Мы ее нажимаем. Программа просит записать у нас эту позицию. Мы ее нажимаем и попадаем в такое меню, которое называется «Сертификаты номенклатуры». И вот здесь сверху написано «Телевизор LG», что они относятся к телевизору LG. Здесь мы создаем новый сертификат. И здесь у нас возникает такая форма, где мы должны указать. Первое – гигиенические декларации о соответствии, пожарный сертификат, либо сертификат соответствия. Давайте выберем сертификат соответствия, это самый распространенный. Вот. Дальше мы указываем у него статус «Действующий», «Недействующий». Вот, указываем номер, действует с какого по какой, либо он бессрочный. Указываем область действия, либо конкретный товар, либо список товаров. Ну, вид номенклатуры больше используется для производителей. Вот, соответственно, можем указать характеристику серию. И характеристику серии в зависимости от этого, да, то есть у нас либо будет, либо не будет печататься сертификат в реализации. И вот самое главное, там добавить изображение. Давайте добавим изображение. Вот я уже тут подготовил изображение именно сертификата соответствия. Можем его открыть. Вот, можем его открыть. Вот здесь идет номер. Номер этого сертификата. Давайте его сюда перенесем. Напишем RU, да, то есть и 069-6297. Перенесли. Дальше. Опять же, откроем этот сертификат и увидим, что у него здесь есть даты действия 05.06.18 и 04.06.23. Давайте перенесем их сюда. 05.06.18, 04.06.23. Вот все. Здесь может быть, можно прописать, там, указать, кем он выдан, да, орган по сертификации Ростест Москва. Допустим, так и сделаем, напишем орган по сертификации. Ростест Москва. Все, мы записали эту информацию, и вот здесь у нас еще есть представление. То есть представление, как он будет выводиться на печать. То есть может просто так с номером выводиться, может с номером и с датой. Вот, и сертификат соответствия, он еще плюсом с данными о том, кто его выдал. То есть орган по сертификации РСТС Москва, вот, вот так. Давайте выберем самое полное наименование и нажмем «Записать». Все, после этого мы в реализации указываем телевизор, указываем некое там количество, указываем цену. Вот, и мы можем провести этот документ. И после того, как документ проведен, мы можем печатать данные. То есть первое, что мы можем напечатать, это реестр сертификатов. То есть печать, реестр сертификатов. И, соответственно, у нас будет выведен весь список сертификатов, которые относятся к этому документу. То есть вот так будет выведен телевизор. Если есть там все характеристики серии, то, соответственно, эти данные. И написано будет там сертификат соответствия, с какой даты, по какой и кем он выдан.
Вот. Дальше мы можем напечатать сертификаты по каждой позиции документа. То есть, что это значит? Это значит, программа подхватит сертификаты, которые есть, да, там, которые действуют для конкретной позиции документа, возьмет все изображения и выведет их на печать. То есть вы печатая, точнее вы заполнив один раз документ, вы можете напечатать сертификаты, которые прикреплены к этому товару. Вот, если там, допустим, вам нужен комплект документов, вы делаете крупную отгрузку, то, соответственно, вы просто отправляете первый реестр, второе отправляете печать по позициям. Вот, и, соответственно, у вас помимо там стандартной реализации, помимо стандартных данных, да, то есть вы можете напечатать все сертификаты. И также вы можете указать, что комплект документов вам нужен с настройкой, да, то есть тут тоже можете указать, что вы хотите, допустим, реестр сертификатов плюс там расходную накладную печатать, и тогда у вас автоматически при печати будет выводиться весь тот список документов, который вам нужен. Вот так это работает. Таким образом реализована печать сертификатов 1С. Это достаточно удобно, пользуйтесь, да, то есть что нужно сделать? Нужно первое, для позиции номенклатуры указать, что в разделе «Регламентированный финансовый учет», что ведется учет сертификатов. Далее нажать на кнопку «Список», «Завести сертификаты», указать здесь тип сертификата, статус обязательно действующий, из какой по какой даты он действует, и указать номер, указать даты действия и указать, кем он выдан. Дальше выбрать представление, то есть как вам удобнее, чтобы было это все выводилось на печать. Указать область действия, либо конкретная номенклатура, либо вид, либо список товаров, и обязательно прикрепить файл изображения. После того, как вы все это сделаете, у вас в реализации появится возможность печатать сертификаты либо реестром, вот таким реестром, либо вы можете печатать сертификаты по каждой позиции документа, либо по одному на сертификат. Вот такие удобные вещи есть в 1С управлении торговлей. Если вам нужно автоматизировать учет сертификатов, загружать их из каких-то дополнительных источников, либо разработать систему, которая будет позволять вам печатать полностью весь комплект документов на отгрузку, обращайтесь к компании Quadrline. Вот, если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы это видео увидело как можно больше людей. Большое спасибо. До новых встреч!